Какие нарушения на дорогах Нефтеюганска самые распространенные? Помогают ли растущие штрафы? Правда ли, что сдать экзамен в автошколе становится все труднее? Считают ли нефтеюганские автолюбители себя культурными и что их самих не устраивает в работе местной автоинспекции? Вы можете задать начальнику ГИБДД свой вопрос. Телефон прямого эфира 25 14 05.